актер Никита Ефремов рассказал, почему не приезжает к отцу Михаилу Ефремову, находящемуся в колонии после смертельного ДТП. Пишу ему письма. Я спрашивал, есть ли у него желание, чтобы я приехал. Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно, высказался Ефремов-младший. Артист также заявил, что не хотел бы выносить подробности взаимоотношений с родителем в СМИ. Я понимаю, что в этой истории важнее всего тишина. Позвольте мне ее сохранить, призвал он.